Вот это щетки, постоянно ломается вот эта ручка. Ручка сделанная из какого-то металла, и стенки до того тоненькие, что действительно ломается. Вот эта ручка в нижней части вот этой щетки. Эта ручка, наверное, уже третья. И очередной раз сломалась ручка. Новую жена купила. И при первом нажатии эта ручка опять сломалась. Мне пришлось эту пластмассину отсюда выкрутить. Саморезы закрутить, нарезать резьбу, чтобы здесь была шероховатость какая-то. И на глаза попались эти трубы. Думаю, елки, диаметр, по-моему, отличный. А вот этот отрезок трубы четко сюда помещается. На диаметр этой трубы. Ну, думаю, дай-ка я что-то придумаю. И на самом деле, что будет, я даже не знаю. Знаю, что здесь есть витки, то есть резьба. Если я нагрею, то труба туда залезет и будет залазить. А я вот так вот крутить, и все-таки я резьбу сделаю. Это вот на самом деле. Но чтобы вот эту трубу пластмассовую закрепить вот с этой трубой, а ее нужно... Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Она четко сюда по диаметру помещается. Вот как получается. Мне тоже нужно нагреть эту сторону и эту сторону. Потом вот таким вот образом эту пластмассину сначала туда затолкать. А потом разогретую вот эту трубу пластмассину вот таким вот образом соединить. И вот эта муфта будет служить надежно для именно вот этой ручки, потому что здесь происходит нажим. И все будет просто прекрасно. Вот так я попробую сделать. Но как это будет, я даже сам не знаю. Но вроде бы по теории должно получиться, что я и буду делать. То есть идет разогрев пластмассы. Разогрев. Неважно, как долго держать или как бы как положено. И закручиваю. Вот именно закручиваю. Вот смотрите, как получается. Хе-хе, получилось. Так, чтобы главное ровно было. Потому что во, вот врать не буду, но на самом деле получилось. Так, вот так ровно будет. Вот так ровно. Все. Врать не буду, но резьба получилась. Теперь мне нужно в любом месте отрезать. То есть я могу отрезать вот в этом месте. Вот здесь. Вот так труба. Ну, вроде бы отлично получается. Так, что будет происходить, если вот эта пластмасса, она станет горячей, и труба будет туда просто легко продвигаться, и скорее всего вот эти вот отверстия, пластмасса будет отсюда как бы вытекать и будет держаться, и прокручивания не будет, так как там шершаво получилось. Теперь я буду это делать. Но мне же и вот эту трубу нужно нагреть. То есть мне нагреть и эту трубу. Получается как-то с одной стороны. А нет, вру. Отлично получилось. То есть одел. Место нашел. И начинаю. Ну как получится, честно говоря, не знаю. Ну надо что-то делать. Так, я думаю, не получится. Нужно вытащить. Затолкаю. Теперь, вот смотрите. Нагреваю, толкаю. Получится, нет? Вот думаю, толкаю. Пластмасса лишняя туда будет заворачиваться или нет? Нет, по-моему, нет. Я могу протолкать спокойно. Мне ее нужно вот сюда толкнуть, а вот эту нужно туда и опять одеть. То есть нужно разогреть просто очень и очень хорошо. Не знаю, получится, нет. Ну, труба какая-то. Она даже сюда не подходит, сюда. Попробую. Пробовать-то надо.
Это же труба не одевается. Ну ладно, тут сам смысл. Надо чуть-чуть эту трубу. Эта пластмасса-то разогрелась, уже капитально разогрелась. Ну хватит. Главное, чтобы было нагрето. Вот таким вот образом. Раз. Таким вот образом. И пока упор надо сделать. И пока горячее на горячее, я вот таким вот образом продлил. Ее как бы продлил. Вот врать не буду. И посмотреть, чтобы было ровно. Дать. О, получилось. Вот тут как-то примял сильно. Аж больно стало. Но зато, по-моему, швабру сделал. Отремонтировал. Пойду жене покажу. Это очень интересно показать жене. И теперь эти две трубы соединились между собой. А здесь резьба соединила вот эту щетку. И если вроде бы остыло, я начну откручивать таким вот образом. Здесь появилась, вот смотрите, резьба. Я спокойно накручиваю. Прям силой. Вот смотрите, силой. И теперь просто жестко держится и можно подметать. Пойду. Нашел свою жену и хочу показать. Слышь, моя жена, смотри. Она тут. О, смотри. Хорошая. Посмотри, как получается. Все это приварил и можно откручивать. Вот смотри. Видишь? Резьба здесь. И так хорошо закручивается. Просто вот так берешь, закручиваешь. И все. Ну-ка попробуй. Подержаться, постучать. Вообще классно. Это вот самое слабое место. А теперь ты можешь взяться спокойно, да, за пластмассу, да. И закручивать. Хорошо. Прям прекрасно. Швабра прекрасная.